поселке Овсюнино отметили большой спортивный праздник. Местному футбольному клубу «Дина» исполнилось 20 лет. Торжество по поводу юбилея команды «Дина» развернулось у одноименного спортивного центра в поселке Овсюнино. История клуба началась в 1998 году, когда по инициативе физкульт-инструктора Геннадия Панина в поселке была создана новая футбольная команда. В нее вошли юноши 13-14 лет. В первом же сезоне спортсмены взяли первенство района, чем вдохновили десятки других ребят на занятия спортом. Встретил товарища Домнина Андрея. А был промежуток времени, когда после развала команды все, которые у нас были во Овсюнино, ну просто разошлись, ребята разъехались. Осенью собрали 97-го года. Сделали наподобие мини-турнир где-то в октябре месяце. Ребята собрались, поиграли, всем понравилось. Увидели ребята молодые, мальчики. И тут уж некуда было отступать. Пришли, дядь Ген, давай нас собирай. В праздничный день ветеранов футбола наградили медалями и кубками. Заслуженные награды спортсменам вручил исполняющий обязанности главы района Евгений Рунов и начальник управления социальной защиты Валерий Гущин. 20 лет назад, да, все было построено просто на энтузиазме и на любви футболу вот этих вот людей, да, в том Геннадия Андреевича Панина в первую очередь, Переплетчикова Александра Львовича. Вот эти вот люди, они за собой повели всех. В данный момент все-таки, на мой взгляд, большую помощь оказывает и муниципалитет в развитии не только с футбола, но и вообще всей физической культуры, да. У нас 1/3 бюджета в прошлом году была потрачена на спортивные мероприятия, на спортивные сооружения. Сегодня спорт играет важную роль в жизни овсюнинцев. Каждый день с самого утра и до позднего вечера спортивный центр «Дина» принимает посетителей. С момента открытия это излюбленное место отдыха сельчан. Здесь же занимаются футболисты. Овсюнинская команда «Компрак» – достойный преемник «Дины». Команда известна победами не только в районе, но и в Московской области. В праздничный день игроки «Компрага» сделали ветеранам подарок. Обыграли команду «Губина» со счетом 4-2.